Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Книга Деяний, глава 2, с 1 по 4 стих. При наступлении дня Пятидесятницы все они были на душном месте, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. Ты еще скажи, что разница. И наполнил весь дом, где они находились. Явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провевать. Толкование блаженного Феофилакта. Потому что, когда должен был сойти серп на жатву, когда следовало собирать плоды, тогда должен был сойти и серп слова, и как бы вместо серпа слетал изощренный Дух Святый. Матфея 9:37. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало». Евангелие Иоанна, 4 глава, 35 стих. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Восприняв начатки, Христос сам первый вознес их. Сам же первый послал и серп, потому что этому следовало быть, когда снова наступит праздник, чтобы бывшие при кресте Христовом могли видеть и это. Пострадавший по плоти добровольной страстью и воскресший из мертвых Господь совоскресил с собою и нас, умерших грехом, и разрушил власть дьявола. Поэтому до Пятидесятницы от Пасхи мы на молитве не делаем земных поклонов, воспевая победу над нашими врагами». Псалом 19, стих 9. «Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Но при явлении нам в огненных языках Духа Святого мы преклоняем колено, не вынося этого зрелища и показывая, что через Святого Духа мы познали совершенное поклонение Святой Троице, потому что Дух есть Бог». Евангелие Иоанна, 4 глава, 24 стих. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Сошествие Святого Духа совершилось в день Пятидесятницы по следующей причине. В день Пятидесятницы в Ветхом Завете дан был закон. Итак, в какой день дан был закон, написанный на скрижалях? В тот же день даровано законоположение Святого Духа, начертанное не на скрижалях, но на сердцах. В день Пятидесятницы народ израильский получил закон в пустыне Синайской, потому что в 14-й день первого месяца по лунному счислению, когда праздновали опресноки и тайну Пасхи, вышли сыны Израиля из Египта. А 14-го дня, считай, до конца месяца 17 дней, потом 30 дней следующего месяца и 3 дня третьего. Вот на сколько дней Пятидесятница позже праздника опресноков или Пасхи. Итак, от 14 дня первого месяца до 3 дня третьего месяца 50 дней. Исход, 19 глава 1 и 10 стихи. Итак, в какой день дан закон, в тот же нужно было даровать и благодать Духа, потому что как Спаситель, имея понести святое страдание, благоволил предать себя на это страдание не в иное время, но в то, в которое заколали Агнца, чтобы связать истину самым образом. Так и сошествие Святого Духа по благоизволению свыше даровано не в иное время, но в то, в которое дан закон, чтобы показать, что и тогда законополагал, и теперь законополагает Дух Святой. Итак, в Ветхом Завете закон дан был в 50-й день, а после пришествия в обетованную землю израильтяне в память об этом событии устроили праздник, и в это время от начатков новых плодов и от новых колосьев приносили Богу. И это было символом праздника, так как в день Пятидесятницы сносились снопы новых плодов и разные лица сходились под одно небо, то в этот же день имело быть и то, чтобы начатки от всякого народа, всех живущих под небом народов, собирались в один сноп благочестия
и по слову апостольскому приводились к Богу. Сноп колосьев служил прообразом этого, чтобы предобразначить собою снопы душ, избираемых из разных стран и приводимых к Богу. Почему сошествие Святого Духа было не без чувственных символов? Не просто был шум, но шум с неба и внезапный, чтобы более изумить их. Говорит, что сошествие Духа было с большой и сильной быстротой и заставило всех сойтись и сбежаться туда. Дух Святой наполнил весь дом, чтобы показать, что дар этот дарован не отдельно кому-нибудь, но всей полноте церкви, потому что дом был символом церкви, как купель символом воды, а это знак обилия и силы. Но дом наполнился не огнем, потому что это принудило бы их удалиться. Прекрасно говорит, что разделились, дабы ты узнал, что посланная утешителем сила одна и та же. Итак, не просто был ветер, не просто огонь, но Дух Святой, являвшийся там. Наблюдай. Когда Иоанн видел Святого Духа, то видел его в образе голубя. Апостолам же нужно было видеть его в образе огня. Апостол Петр не напрасно приводит слова пророка, когда говорит: «И будет в последние дни, говорит Господь, и зальет Духа Моего на всякую плоть». Деяния 2 глава, 17 стих. И они не просто приняли, но исполнились от Духа Святого, и притом все, а не апостолы только. Для чего же они явились в виде огня? Для того, чтобы показать, что от одного и того же существа, с тем, кто над купиной явился также в виде огня. С головы же исполнил всего человека, и был виден на головах у них огонь, не сожигающий, но освящающий и просвещающий. Почему же они приняли языки не на уста, а на голову? Не на язык, то есть не на физический орган дан дух, чтобы не подумали, что они из своего чрева и из своих уст произносят то, чего не имели. Но как поднимающиеся в небо воды занимают вершины гор и уже с высот спускаются в долины, так благодать духа, заняв верхнюю часть головы, как бы гору, распространилась потом на мозг, потом на уста и на сердце, из головы наполнила собой совершенно всего человека. Почему же, еще повторяю, на голову? Потому что апостолы рукополагались в это время в учителе вселенной, а рукоположение совершается не иначе, как на голову. Итак, тем, что языки были над головами, показывается образ рукоположения, потому что рукоположение совершается через возложение рук на голову. Каковой образ рукоположения в силе и доныне? Так как сошествие Святого Духа бывает ныне невидимым образом, то на голову рукополагаемого архиерея возлагается Евангелие. И когда оно возлагается, тогда в этом следует видеть не иное, что как покоящийся на голове огненный язык. Язык ради проповеди. Огненный. В силу слов. Лука 12 глава 49 стих. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтоб он уже возгорелся. Всякий муж, совершающий священнодействие, есть трон Божий. Благодать Божия благоволила определить изначально, чтобы слово апостолов было действенно, потому что зачем проповедники, если бы не было слушателей? А так как начаткам из язычников следовало стать участниками в вере с самых первых дней, то писатель прибавляет: начали говорить на иных языках. Почему же дар языков апостолы получили прежде других дарований? Потому что имели разойтись по всем странам, и как во время столпотворения один язык разделился на многие, так теперь многие языки соединились в одном человеке, и один и тот же человек по внушению Святого Духа стал говорить не на персидском, и на персидском, и на римском, и на индийском, и на многих других языках. И дар этот назывался даром языков, потому что апостолы могли говорить на многих языках. Не от себя говорили, но провещевали от Духа Божия, проповедуя, то есть уразумевая и провозглашая изреченные святыми пророками свидетельство о Христе. Комментарий Игнатия Лапкина. Ученикам Христовым дано было обетование находиться в Иерусалиме и ждать обещанного Утешителя, Духа Святого. Люди любят ездить по святым местам, искать знаменитостей, приобретать сувениры.
Христос отменил все поездки, все виды передвижений одним приказом ждать. Прошло томительных 10 дней, почти полного бездействия, не считая молитвы и ожидания. Весь мир жил так же в этот день с раннего утра, как и вчера. Согласно Писанию, ни один человек на земле даже и не подозревал, что на землю уже послан Дух Святой. И сегодня над Иерусалимом опустится серп слова, и будут пожаты первые созревшие колосья. Прошли тысячелетия, наполняются житницы небесной готовой пшеницей, и ни одного зернышка нет там, которое не испытало бы на себе влияние проповеди Слова Божия. Никакая обрядность, пение, богослужение, святыни не названы серпом слова. Все это будет только результатом того, когда пройдется серп проповеди, и душа обратится к Богу и воспоет «Аллилуйя». Кто ответит за то, что целые страны, такие как Россия, так и не получили этого указания, чтобы каждый христианин с серпом слова, с проповедью Евангелия шел в этот погибающий мир? Очевидно, что и в прихожане Иоанна, сына Секунда, то есть Златоуста, мало обращали внимания на работу с этим серпом в руках. Вот его стоны и призывы со святительской кафедры. Кавычки открыты. Не предоставляйте всего учителям, не возлагайте всего на предстоятелей, и вы можете назидать друг друга. Вы можете, если захотите, больше нас сделать друг для друга, говорит Спаситель, Святитель. Ибо вы чаще обращаетесь друг с другом, лучше нас знаете дела свои, видите взаимные недостатки, больше имеете откровенности, любви и общительности. А это немаловажно для научения, но доставляет великие и благодетельные удобства. Вы лучше нас можете и обличать, и убеждать друг друга. Притом, я один, а вас много, и все вы, сколько вас есть, можете быть учителями. Конец толкования комментария. Аминь. Ну, хорошее толкование комментарий. Господь поставил учителей, апостолов, пророков. И вот говорится, что многие могут быть учителями. Действительно, когда живем в общине друг друга, вот, общаемся. Батюшка-то что, он там Теряевке живет, приехал раз в две недели, и только на исповеди-то и общение имеем, а здесь, когда вместе живешь, друг друга недостатки замечаешь и говоришь, и все. Что еще можно сказать, да, что в этот день сошла благодать Христова, и люди стали получать как бы прощение грехов по покаянию, то есть даром. И мне кажется, когда Христос явился ученикам за некоторое время до этого и сказал, дунул, сказал, примите Духа, говорит, кому простите на грехи, на том, простите, да, на ком оставите, на том останутся. Видимо, это он предвещевал, дал Духа, ведь они к тому времени, они грехи не могли-то прощать, апостолы, так, они сидели в ожидании сошествия Святого Духа. А вот в день Пятидесятницы, когда сошел Святой Дух, да, и апостол Павел выступил с проповедью перед этими людьми, которые дальше они будут обвинять апостолов, что они просто выпили сладкого вина, напились и начали бормотать всякие вещи непонятные. И когда он отдал им проповедь, они покаялись, умилили сердцем и спросили, что нам делать, мы же брать. Он сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Видимо, вот это прощение грехов. Ну, принят этот стих, который относился, дунул, примите Дух, относит к тому, что получили право прощения грехов получать люди через благодать священства. Ну, еще, видимо, это относится к этим благодати, когда прощаются грехи во время крещения. То есть человек получает именно прощение грехов во время крещения. Мы по Теряевке, то есть эту тему, похоже, разбирали недавно. И как бы я задавал вопрос. Вот написано, например, 2 Коринфянам 5:10, что всем нам надлежит явиться пред судилище Христово, да, и каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. То есть, с одной стороны, видимо, что да, то есть по поступкам получим воздаяние. То есть, о другом стихе, там, 1 Иоанна 1:7 написано, что
если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение между собой, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. То есть тут имеется в виду, что именно жертвой Христовой, то есть Его к страданиям, и то, что как дети причастны плоти и крови, так и Он воспринял оное, дабы смертью лишить силы, имеющей державу смерти, то есть дьявола. То есть, как Он, имея безгрешную душу, сошел в ад, и ад не смог его удержать. Он разрушил оковы ада, освободил пленников, разрушил ад. То есть, имеется в виду, что жертва Христова. И, соответственно, там Деяния 22:16 написано, что «покайся, что ты медлишь, крестись и омой грехи твои». То есть, написано, что прощение грехов именно в крещении совершается. То есть, у людей как бы такой диссонанс, как прощение грехов в чем совершается? Да, по делам, как написано, да, по поступкам, или по благодати Христовой, или по благодати крещения. Ну, это как бы в совокупности нужно рассматривать. Это есть, что прощение грехов, это совершается именно и по вере, да, и по крещению. Кто будет веровать и креститься, будет спасен, а кто не будет веровать, будет осужден. То есть даже будучи крещенным, причем еще крещенным нужно быть так правильно, как, то есть полное погружение, как, ну, все из нас тут крещены, это полное погружение, кроме из нас троих здесь находящихся, я видел Василий на фотографии, тоже крестился по Теряевке, полное погружение мы, по апостольскому 50-му правилу. По вере и по крещению совершается прощение грехов. А закон, Василий, зачем закон тогда был дан людям? 10 заповедей Моисея, с какой целью дали тогда их, если прощение грехов совершается от благодати? Почему закон был недействен? Ну, как закон дан, чтобы жить по Слову Божию? Слово Божие, но... Ну, почему тогда закон... Ну, по закону, не по своим, не по человеческим законам. Так мы спасаемся как? Делами закона или... Как люди, как человек спасается вообще для Бога? Как он должен спастись? Исполняет дела закона или, может, как, или по благодати Христовой? Ну, в совокупности. Видишь, просто законом оказалось, что законом познается просто грех. Написано, не было бы закона, ведь не было преступления. А так появился закон, и законом обнаружился грех. То есть закон, по сути, он... Так совесть потеряли. Появился закон. Прежде закон, это правильно, Василий говорит, еще совесть была. Но языческие народы, у которых не было закона, будут судиться по совести. Совесть подсказывает еще человеку. Она даже первичнее Евангелия, первичнее закона. Получил, что законом человек не спасается, наоборот, обнаруживается грех, написано. Появился закон, написано, умножилось преступление. Так если не совесть потеряли, конечно. Просто... Надо в рамках закона тогда жить. Ну, как тоже опять я размышлял, например. Ну, закон-то он действенный для государства, чтобы был закон, например. Что как в Китае ввели, например, за взятки, да, там расстрел сразу человеку. Но у нас ведут в стране сразу, например, вот с октября следующего года, что кто будет застав в прелюбодеянии, в блуде, в аборте, например, ну, в таких грехах, которые по Моисееву закону карались смертью. С 1 октября потом раз, и все. И, допустим, кто будет в этом обнаружен, сразу в прямом эфире этих людей просто уничтожают и расстреливают. И через месяц, ну, конечно, страна поменьше станет размерами, но люди в страхе Божьем начнут, да, меньше будет взяток брать, да, там, зуб за зуб, например. Так, это украинский закон. Допустим, ты кому-то зуб выбил, и то есть никто тебе судить не будет, никаких штрафов, просто тебе тоже в отместку выбивают зуб, все свободен, например. Какой странный закон? Ну, допустим, в России ввели такой закон. А ты можешь, если... Да, представляет. Ну, видать, Христос, мы должны понять волю Божию, что Он насильно никого не приводит к себе. Поэтому закон, если вести такой, то людей к этим законам Бога не привлечешь. А если ты добровольно, да, каешься пред Богом в грехах своих и принимаешь его как своего спасителя, ну, личного, и принимаешь крещение, то Господь как бы насильно никого к себе не тащит. Написано, стою возле двери и стучу. Кто откроет мне, говорит,
к тому приду, сяду, говорит, и буду с ним вечерить. То есть таким примером только Господь нас себе приводит. Но наше дело только об этом людям теперь возвестить. То, что кто не будет веровать во Христа, не будет крещен, будет осужден на муки вечные. Ну, чем мы, собственно, и занимаемся. Ну, в каких масштабах, кто как может. Где-то лично в беседе, где-то там, может, на благовестии, кто на улицу выходит. В роликах там занимается. Если занимается еще. Для этого нужно Писание знать. А безбожие от чего идет? Безбожие от того, что про жизнь. Написано: вера от слышания, слышание от Слова Божия. То есть, соответственно, неверие от неслышания Слова Божия. Вот это. То есть, где нет слышания Слова Божия, там безбожие. А там, где Слово Божие человек слышит, там как бы ощущение идет у человека. Как у сектантов, на них написано, что очищены через Слово Мое. То есть они даже как бы считаются, что нравственнее, они чище, то есть многих там православных по своей жизни. Потому что только ради того, что у них есть священное писание, они этим писанием уже очищают себя. Они знают, что это грех, допустим. И все. Ну, дальше они, конечно, не двигаются. На этой ступеньке становятся и остаются. Так, братья мои, я бы вот на что хотел обратить внимание нас и наших зрителей. Вот, Никита, вот это вот. Последнее святителя. Последнее предложение, которое. Да, даже вот. Вот это вообще. Ну, я думаю, вот отсюда, да, где начинается. Да, это Златоуст, да, с кафедры, да. Слова Златоуста. Не предоставляйте. Не предоставляйте всего учителям. Не возлагайте всего на предстоятелей. И вы можете назидать друг друга. Дальше. Вы можете, если захотите, больше нас. Сделай друг для друга, говорит святитель. Ибо вы чаще обращаетесь друг с другом, лучше нас знаете дела свои, видите взаимные недостатки, больше имеете откровенности, любви и общительности. Я не знаю, больше священника получается. Да. А это немаловажно для научения, но доставляет великие благодетельные удобства. Вы лучше нас можете и обличать, и убеждать друг друга. Притом я один, а вас много, и все вы, сколько вас есть, можете быть учителями. Получается, да. Да, вот. Я один, вот вас двое, вы оба какое-то время жили со мной. Никита, недолго. Василий, вы можете быть для меня учителями. Батюшка, конечно, там отдельно на исповеди, Игнатий Тихонович тоже. Но вы жили со мной. И замечаете мои недостатки, то что вместе. Какие, Василий, за мной недостатки ты замечал? Ты же обличал меня, убеждал, там написано, убеждать друг друга. Ну вот, то можем мы друг для друга полезными быть. Ну вот. Ну, Никита, вспоминай, ты же тоже у меня жил. Ну, был такой случай один, да, там был. Такой, который мне не очень понравился. Когда мы тут утром просыпались, занимались дрессировкой собак. Ну, я тоже решил этим делом пристраститься. Мы тут, я обучался команде. Ну как, например, при команде лежать, ну дергаешь поводком вниз, собака она, то есть рефлекторно ложится на брюхо, да, там если стоять, ты на себя, она поднимает свой зад. Если просто встать, допустим, сесть, то дергаешь просто поводок вверху, да. И передо мной сидел, по-моему, тут и ураган был, кажется, и верные все. И тупо, ну, мне нужно было, то есть, ну как, научиться, то есть. Практически разрыв между командой и дерганием поводка составлял такое минимальное время, то есть, чтобы собака как бы могла реагировать. То есть не просто ты там стоять сразу дергаешь, как бы ее. Да, метод избегания, чтобы у нее было время подумать, чтобы избежать воздействия дрессировщика, выполнить команду. Да. Ну, я как бы, ну, это так, все-таки будет, ну, кажется, простое дело, но ими тоже требуется какого-то навыка. Я как бы начал не успевать так это все дело время. И Сергей Павлович меня так начал обучать, и прям мне так вот прям стоял, так мне по грудочине рядом меня тупо двинул. Я подумал, ну да, неплохо, короче. Но если бы я еще, понимаю, платил бы деньги за эти занятия, я бы, может быть, терпел. А так я просто на добровольных началах.
получил такого пинка в грудь. Немножко, я думаю. До свадьбы доживет. То есть недостатки, да, физическое наказание. У меня это профессиональное. У меня, если собака не слушается, я ее физически наказываю. И человек, который идет ко мне в ученики, то он априори дает мне обещание слушаться меня. Но если не слушается, я с ним как с собакой поступаю. Это многих это обижает. Вот, принято. Василий, правильно Никита говорит. Было такое, что я с тобой как с собакой. Было. Из-за чего это все происходит? Было и прошло. Было и прошло. Мы христиане, но, да. Как в песне поет. Я это принял, и понимаю, что это вот. А вы, ты в Потеряевке-то был, ты тоже там, Никита, был-то? Вы же вместе там? Когда ты на ней. Вы разминулись, да? Он уехал, ты приехал попозже, да? Вы вместе с ним. Да и не жили. Не посчастливилось. Поэтому. Вот. Вот. Да, это недостаток, принимаю. Вот. Ну, Володя тоже говорил, что Василия в помощнике больше мне как бы не надо давать. Ну. Тот он, в принципе, работал-то, конечно, и говорит, вот что Василий давал даже советы какие-то там правильно, при мы что-то делаем. И будет он так, Василий, ничего молчит, ничего не потом раз скажет какое-то отдельное дело, совет подскажет. Ну, Володя раз принял его, говорит, да, в самом деле, так-то сделать, там, так-то сложить, там, так-то, это да, это в самом деле разумнее. То есть Василий Николаевич, он, нельзя сказать, что он без разумения абсолютно, он вполне толковый, то есть у него опыт жизни-то есть, просто что... Ну, сколько лет ты прожил, Василий? Сколько тебе лет? Восьмой десяток, уже видишь. Опыт. Вот. Ты гвоздь, молоток, топор же умеешь все это делать-то? Топор не работает. Да, гвозди забивать. Все это у него... Все, по хозяйству делать. А ты-то приехал-то с города-то в Потеряевку. Как тебе тяжело было? Ни гвоздя забить, ничего, сколько с тобой маялись-то. Ну и тебе. Просто тяжело, там это совокупности. Городскому жителю, да, приехать в деревню. И мы когда с Василием-то ехали, брали пилоты, собрались там. Тут поработать маленько. И ты звонишь, что говоришь, что едешь. Ну и Василий-то сразу говорит, что же он в Потеряевке-то, какой-то неожиданный такой шок там. А что ты, Василий-то, он залыбался, говорит, там же, говорит, пахать надо. Вот, он-то знает, он как бы житель-то городской, но у него сейчас домик. Ну, я бы не знал, что там у него. Ну, такой образ жизни, это... Деревни намного тяжелее. Не, вот Гельмесёв проехал, едем, везде огороды пашут, все, люди там что-то там стоят. Это надо смотреть к этому иметь любовь. Василий приехал, ничего там не спахано, ничего. И главное, я говорю, Василий, дров надо? Надо. Говорю, да, если все замерзло, и мне зачем... Говорю, подожди. Урожай соберу, опять все замерзнет. Вот. А куда сохранять негде? Ну, зачем садить, если собирать урожай, потом все замерзнет. Там просто дом не предназначен практически, да, для зимовки это большой. Там помереть можно. Там даже если топить будешь дровами этими, может, только протянешь. Это летний дом вообще. Летний-весенний. Вот. Я тебе говорю, тебе дров, говорю, Василий, надо, ты мне что сказал? Надо. Тем более на халяву. Я говорю, ну надо, Василий, самому только напилить. Все, поехали за пилой. А у него там Володя ему покупал. Привозил, вернее, покупал-то Василий. Штильская. Еще не расколотый. Я говорю, а что ты не расколол? А что, говорит, их колоть? Я все равно здесь жить не буду. И приехал там, и уже. Это можно, говорит, я у вас буду ночевать, уже себе ищет жилище. Да, домик, вот этот два домика купил, не подумал, летний утеплить, не утеплил сейчас, вот как вот. Опять, как в басне, лето красное пропело, помнишь, мы с тобой.
читали, оглянуться не успел, а зима катит в глаза. И вот он уже сейчас. Да и утеплять не лучше денег. Денег пока нету, да. Да их и не будет, если человек не работает. А на 8 тысяч пенсии что ты там утеплишь? Занимать у кого-то. Я-то не то, что из-за работы Василия Николаевича Потеряевки уехал. Работа-то моя теперь какая? Работа у меня заключается только была именно в обиходе своего дома. Там работы-то немного. Хотя я успел там убраться. Я там, я после себя оставил нормально. Я там забор, короче, полностью восстановил, который лежал там. Потом забор вдоль дороги. Не хватало, конечно, когда же какой-то рапится, чтобы там от кур защититься. Но я там так все щели задел, там куры перестали к мне пролазить там соседские от Алёши. Там ситуация то есть в том, что мне самому Потеряевке проживать, то есть на своем довольстве, главное это была причина, одна из главных. Но только довольно-таки мне шло бы убыточно, потому что видишь, что теперь нужно, мне есть запас какого-то средств, денег, но чтобы там жить и чтобы окупить свое пребывание там, это на самом деле нужно быть хотя бы там находиться женатым, потому что не женатым находиться там и вести хозяйство, чтобы это обошлось и все. Это очень, так призрачно, непонятно. Я расстался с Потеряевским хорошо, я в воскресенье, то есть я с ним попрощался, мы простились, попросили прощения. Я сказал, что я там вернусь в страну, если вернусь когда-то в Потеряевку, то там уже в качестве другом каком-то, если вернусь, то может, как бы женатый, хотя в таких планах у меня жениться нет вообще никак. Ни желания, ничего у меня нету сейчас это делать. Так тебя родина тянет? Есть, да, и такой момент, что просто, да, есть. Сердце не прикажешь. Сердце такое вещь, что сердце, все злые помыслы из сердца исходят. Надо же головой думать тоже. Голова говорит, что есть там, если взвесить все дела. Тягивает то, где жил, туда и тянет. Там плюс в том, что у меня там есть как бы знакомства некоторые, связи там, где могу как-то, то есть найти себе жилище и работу, то есть 100%. Образ жизни какой-то вел, так и хочешь вести? Нет, Василий Николаевич, так я не хочу вести то, что я вел, там образ жизни. Я там последний год, даже больше года жил уже в Украине верующим. То есть я вел трезвый образ жизни абсолютно, и общение с, то есть старыми связями у меня не было никаких, то есть. Только поддерживал некоторые отношения, там с парнем там был один знакомый, но он просто даже не курил сигареты. И он помогал мне сделать фотографии, которые я прислал Игнатию Тихоновичу на фоне там милиции, военкомата. Кто знает эту историю? С паспортом. Типа с рукой поднятой, там на фоне таблички, что такой-то там район, там отдел милиции, это помогал мне. То есть некоторые там были у меня знакомства, потому что как совсем уж ни с кем не общаться невозможно просто. Но приходится как-то выборочно и уже дружить с теми людьми, которые хоть менее грешны, скажем так, чем другие. Без этого никак, то что. А вот, Никита, вопрос. Вот, да, у нас был раньше такой вот, что неженатых в Потеряевку, по опыту уже, что да, действительно тяжело. И ты вот сейчас, у тебя фраза такая прозвучала, что одному окупить свое пребывание там, а вот если бы с женой. А какая разница, одному или с женой? Или жена там должна быть богатая, или она по хозяйству там что-то, что вот это разделение работ, что. Вот как Игорь Глушков, то есть он разобрался в своей ситуации, он-то сейчас тоже уже. Он же один там живет. Женатый, да. Он нашел способ. И мы с ним об этом уговаривали. То есть вести такое хозяйство, которое тебе, ради которого не придется оставаться и жить там круглый год. Например, чтобы там нормально жить, мы говорили и с плотником Володей, он занимался свиньями еще с этим, с Митей, который в Грецию теперь уехал плотником. Дима там жил, с женой уехали они. Uh-huh. Василий, кажется, отец этого, если я могу ошибаться. Они там просто жили круглый год, и они там могли, то есть, работать. То есть, а мне там, то есть, допустим, чтобы держать какой-то определенный вид скотины, нужно, чтобы она там жить круглый год, чтобы, допустим, ты эту матку не колол в конце года, да, а ты мог ее, допустим, еще и зимой там разводить этих тварей. Там. Те же и коровы касаются, и овец, то есть нужно жить круглый год, а самому жить, ты не представляешь, что за сколько как бывает. Ты в городе можешь выйти, например, на Благовестие выходные, а там просто
одному это нужно иметь или привычку, там Любомина живет сама, так кругом снег, там все, и день за днем, месяц за месяцем, там вообще, и туда просто так не выберешься. Это нужно тебе раз в сутки идти там на железнодорожную туда остановку, через поля там снежные, там заметеленные, если там зимой, или через грязь, потому что там непроходимость полная, чтобы выбраться в горы, то есть там связи как бы нету. Потому что было веселее жить, как бы веселее, нужно иметь кого-то там рядом. Ну, я имею в виду, что жену, например. Может, брат какой-то быть или еще кто-то. А если заниматься другим видом дохода, как, допустим, там, выращивать рассаду, например, если построить там большие две теплицы. Но, опять же, нужно иметь какой-то там даже транспорт, чтобы... И какие-то связи, чтобы потом знать, как куда отвезти и это там продать, чтобы покупиться там. Потому что эту теплицу одну построить большую, это тоже средства. Я как бы, я мог рискнуть даже построить это все, но я просто посчитал, там 28 тысяч, одна теплица 6-метровая, мы с Игорем говорили, я подумал, ничего себе, не-не-не. Я одну практически бесплатно себе построил из того, что было. Небольшую тепличку 6-метровую на 3 метра, из готовых столбушков, которые были там у нас ошкурены еще с прошлого года. Потом у нас лежал там доски, там, ну, горбы или простые доски, я просто взял из них рейки, напилил дисковой пилой, сделал этот... Односкатную крышу, потому что делать там только более сложно. У меня было ни времени, ни умения, это ни желания. Я так по-простому сделал его. И то оно осталось так там, как бы не завершено. И купил даже просто вместо карбоната, который стоит очень дорого, купил пленку. Это там 10 раз дешевле. Ну еще, вот у меня вот, чтобы заниматься, например, там не целый год жить, опять же те же бройлеры. Но это уже труднее. Не то чтобы труднее. Просто если ты растишь рассаду, она есть не требует. А если ты растишь этих кур, опять же, этих бройлеров, ну, они, прикол в том, что они хорошо, они за 45 дней готовы уже к продаже. И я продавал, когда тетя любила этих своих бройлеров, я продавал уже их подрощенными, то есть я покупал там за 65 рублей штуку. Они две недели, их, они у меня выросли, только два сдохло. Но это нормально считается, 10% падеж идет, если, то есть это еще неплохо. Они у меня выросли некоторые вот таких вот размеров. Uh-huh. То есть я продавал уже одному, кажется, за 160 рублей. Они подрощенные столько стоят. То есть я там наварил уже 1000 рублей. То есть, ну, можно как-то этим заниматься, то есть, всем. Ну, так как я, ну, после таких событий, что там неполадки у меня случились, вот там, с братьями, с сестрами, хотя бы все нормально. Но Игнат Тихонович меня отрезал от пользования баней полностью, то есть, и от продуктов своих. То есть, находясь на полностью на своем содержание, то есть мне это невыгодно. Мне, чтобы баню, восстановить баню свою, там баню, это не, практически для меня это неподъемно. Она там, стенка полностью выпала, там все ржавое, грязное, света нету. То есть и сама эта печка такая, что толком мне не помыться не могу, например, да, и все такое. То есть, ну, я решил в самом деле, что ну, надо мне пока, да, вернуться домой ему, да, и ну, поразмыслить, как дальше жить. То есть там мне это будет обходиться дешевле, и там все у меня как бы дома и стены помогают. Ну и может быть есть возможность, да, вернуться сюда. Я уж не знаю, как будет дальше. Можно и в Барнауле работу, в принципе, искать, но... Ну там... Во мне пока... То есть причина твоего отъезда на родину, я так одним словом, невыгодна. Василий, а вот ты вот жил со мной 2 месяца, ну и потом... домой поехал. Как жить выгоднее, одному или вдвоем? Да, я привык к одиночеству. Да, я знаю. Мы сейчас про выгоду. Мне нравится одному. Да, у меня какая выгода? Пенсию получаю. Ну, там есть пенсия. Ну... Да, Василий, хоть есть пенсия, а я не могу просто жить за чужой счет. Как-то неудобно. Есть подработка у меня там была в одном месте, там брат одному, но мне она не нравится. Ну, то есть там работа такая. Не скажу, что она прям нечестная какая-то, ну, такая мутноватенькая немного. Если можно искать другое какое-то место, то есть устроиться на работу, ну. С моим опытом по трудовой книжке мне лучше вернуться там в Борисполь, в аэропорт, и там, возможно, устроиться где-то там. У меня есть уже там 4 года, и опыт есть уже. Есть возможность там где-то найти, там 3 терминала от групп или огромных. А в Барнауле, ну, можно и в Барнауле было, но это опять же сейчас нужно ждать, что-то искать, звонить. И я смотрел там вакансии в основном, которые подходят, всякие продавцы, менеджеры, промоутеры, там практически весь рынок этим только и завален предложениями такого рода. Торговать. То есть, да, там мобильная связь, там сети или еще где-то как-то, там, где
опыт какой-то там не нужен особый, чтобы устроиться, там работать просто. Так, по крайней мере, по Теряевке, то, что мы посадили с Володей, там картошку, лук, морковь, то мы собрали, то я и ел. То есть практически я проживаю, платил. Ну только там. Ну я платил все равно деньги, когда вот, у брата работал, там питался, я тоже там платил деньги за питание, в свой вкладывался. Ну и когда жил на Ползунова, тоже покупали мы с Володей там продукты. Нельзя сказать, что мы прям бесплатно там жили на Ползунова. Конечно же, нет. Нам приходилось покупать там рыбу постоянно какую-то, еще какие-то вещи. На одной картошке, на морковке, ты там на кашах не будешь впитаться только ими. Хотя там было жить очень экономно, да. Есть, ну, делаешь, конечно, уже комфортно. Так, но жил ты у Игнатия Тихоновича очень экономно, там действительно и продукты всегда, и все. Почему так произошло? Это произошло бы рано или поздно, может еще года два назад. Я уже думал, как-то надо это все, то есть. С чего началось мысли менять образ жизни? Ты вот когда жил у меня и забираешь вещи и уходишь, я тебе говорю, а почему, какая, что, во мне может какая причина? Ты сказал, что пока Игнатий Тихонович живой, мне нужно у него поучиться мудрости. Ну, это во мне такой еще максимализм играл, я думал, ну что я чему-то и большему могу еще набраться. Но может так и есть, просто пока, по крайней мере, ты живешь Игнатием Тихоновичем, то... Ну, если у тебя нет какой-то дисциплины, чтобы ты сам себя мог контролировать, потому что я себе это, по крайней мере, выработал, я могу теперь и спать нормально, да, то есть достаточно мне там лечь там 10 в 11 и встать 4:40, то есть еще с утра успеть что-то поделать. То есть навык самоконтроля ты приобрел благодаря вот это, Игнатию. Это то, что у меня вот этого не было по жизни, то есть всегда вот это мне хватило с него взять, больше что-то еще получить сверх этого, то есть я не мог, а то, что Игнатий Тихонович там... Ну, начинает устраивать там всякие записи роликов. Каждое утро начинаются у нас эти разборы. Просто думаешь, да кому это надо, это все. Эти напряги каждое утро одно и то же. Просто уже сердце начинает уже как бы не выдержать. Думаю, ну, каждый раз одно и то же. Начинается разбор. Ну, может, оно и правильно с его стороны. Но я тоже имею свободный выбор, жить там или не жить. Поэтому чисто для сохранения, то есть между нами дружеских отношений. Ну, так и было решено, что я поэтому и... Веселился от жизни с ним. Чисто для сохранения нормальных, то есть приятельств, ну, таких отношений. То есть тебя напрягала мысль, для кого все это надо, вот эти ролики, и для чего вот это вот ты не понимал эту работу духовную. Нет. Это понятно, что ролики пользуются спросом, они нужны, это само собой. Для чего? Выгода какая от них? Ты же зарплату не... Все артисты снимаются, получают зарплату, а ты бесплатно все это делаешь. Да еще и в твой адрес такие комментарии нелестные, потому что ты что-то не умеешь. То есть ты ученик. А выгода ученик... в том, что как бы ты понимаешь, что ты, ну, принимаешь участие в таком деле богополезном. И у тебя уже готова есть как бы аудитория. То есть, ну, и твоя работа, она... На самом деле люди пишут просто... что там благодарим там Игнатия Тихоновича, братьев Никиту, Володю там за то, что вы там этим занимаетесь, то есть люди в этом нуждаются, и ты в этом чувствуешь мотивацию. За что они благодарят? Что вы им, какую выгоду тут? Про выгоду три слова. Им-то какая выгода? Многообразная выгода. Ну, фактическая выгода то, что там, допустим, мы излагаем какой-то материал духовный. Духовная выгода. То есть выгода духовная, есть выгода материальная, если можно так выразиться. Вот. Понятно, то есть вы это делали по любви к Господу, а тебя мысль посетила, что а кому это надо? И тут же отвечаешь, оказывается, надо духовное. А, видишь, духовное с материальным, видно, сочетается. Здесь ты в Потеряевке выгода, Игнатий, 2 года назад, то есть ты понимаешь, что это невыгодно тебе. Но ты забываешь, что это выгодно и необходимо другим. То есть свою выгоду ставишь на первое место, наверное, может быть. Может,
было как-то эти мысли начать отсекать, а ты их дальше развивал. Вот. Ну, я понимаю вашу мысль. Но я предлагаю занять мое место просто вот при лагере, Игнатия Тихоновича. Ну, жить хотя бы годик вместе с ним, потом уже говорить, что выгодно, тебе не выгодно. Ну, я зимой, видишь, тоже я не могу, как ты, круглый год жить. Ты жил круглый год, а у меня не было, у меня профессия, которая требует... Вот. Но каждое лето, я как в 2005 году покрестился дальше, что обычно-то. И вот вчера было занятие, у каждого христианина должен быть стих из Евангелия вот, о духовном рождении, говорит, то есть сошел Дух Святой. И в моем случае, что Господь дал мысли, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойные плоды покаяния. И я понял, что бесплодное дерево, оно ни к чему не годно, от него какая выгода для Господа. И он его, это дерево, срубает и бросает в огонь. И я понял, что без дел милосердия мы Богу не угодно. Я тогда каждое лето с этого момента стал приезжать в лагерь и оказывать дела милосердия, любви. То есть это и общественная работа, и с ребятишками. То есть здесь я получаю свою выгоду в городе, а там я отдаю себя. Вот, имеет такую возможность. И если такой возможности бы у меня не было, где в городе, ну да, тут благовестие и все. Вот. А с Игнатием Тихоновичем, ты говоришь, пожил бы годика, я с ним каждое лето. И на благовестие мы когда с ураганом ездили. Так что меня в этом упрекать-то несправедливо. Я жил, но не столько много, как ты. А хотя, если ты 4